Я считаю, мне выпала огромная честь выступить в данный момент, наверное, от лица многомиллионной армии женщин, которые его любили. И не только артистки, не только стоящие рядом с ним на съемочной площадке, его ученицы. В общем, огромная, много-многомиллионная армия влюбленных женщин в этого человека. Бесценного, великого гражданина своей родины, своего государства, своей державы, достойной самых великих почестей, которые может придумать человечество. Но он был скромен, он был скромен, он был изящен в своих чувствах, он был аристократичен, он был великим, великим актером, покорившим многомиллионную армию зрителей, как с советского периода, так и будет в будущем, потому что роли, сыгранные им, они останутся в веках. Это не преувеличение, потому что не может умереть то, что было одухотворенно Богом и душой его. Великого, прекрасного человека. Я от всей души хочу выразить Гитане Аркадьевне и простите, Машенька, мне уже 85 лет, и я имею право назвать вас так, как вас любил называть отец. Машенька, Машенька, какое нежное, ласковое, такое приятное имя. Я не могу не признаться в том, что я испытала однажды великое счастье. Вы знаете, в том, что я оказалась в компании в 1964 году, Андрей Попов, Михаил Ульянов, Алексей Баталов и Конюхова. Гражданка Конюхова Советского Союза, ученица ВГИКа, артистка театра киноактера, да, снимающегося. Все удачно вроде складывалось, и вдруг я оказалась среди трех витязей прекрасных, оказалась членом комитета по ленинским премиям. Великолепно. Он был еще и членом комитета по ленинским премиям. И как он ответственно относился к этому. Я сразу влюбилась в них во всех трех. Это были необыкновенные люди, необыкновенная тройка личностей и театральных, и киноактеров. Дорогой, любимый Алексей Владимирович, я могу сказать, признаться, что вы действительно уникальная личность. Такое создание Божье, есть такое выражение. Он был и есть создание Божье. И создание тех людей, которые оставили нам такое сокровище. Перевод слова «культура» с латинского языка – «возделывание». Вот он всю жизнь возделывал
нашу культуру, наше великое киноискусство, нашу литературу. Спасибо тебе, что ты был, есть и будешь всегда в многомиллионной аудитории, в многомиллионных душах великого народа. Спасибо. Спасибо, что ты есть в моей душе. Я буду помнить до последнего вздоха. И, может быть, эта тройка меня встретит в скором времени. Я нисколько не кощунствую и нисколько не хвастаюсь. Я просто говорю то, чем болит и чем радуется в данное время мне отпущенное до столетия, я так надеюсь. Вот, спасибо большое тебе, что ты был нашей женской душе и останешься в ней навсегда. Многомиллионной душе женского пола. Большое спасибо еще раз всем присутствующим в этом зале. Как прекрасно, что там еще ждет столько народу. Там, на нашей улице кинематографической, Васильевской. Спасибо тебе. Спасибо. Еще раз спасибо. Я счастлива.